Меткость и координация движений стали главной темой очередного мастер-класса в Химках. Горожан, желающих получить новые знания, познакомили с бочче. Это итальянская игра, которая является паралимпийским видом спорта. Специалист Юлия Курбатова рассказала об истории возникновения бочче и правилах игры. Цель данной игры как можно ближе расположить свои вот эти цветные шары маленькому мячику. Он называется полин. Он кладется в центр, а мы своими мячами будем пытаться ближе подвинуть к нему. Можно его, конечно, и вышибать. Можно вышибать мяч противника, чтобы свой оказался рядом. Тематические мастер-классы в Химках проходят постоянно. Выбрать интересные для себя можно в афише газеты «Химкинские новости». Также информация о будущих встречах есть в соцсетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте.